Говорит, приезжайте в Северную Норвегию, приезжайте. Приезжайте в Северную Норвегию. Вот, покажи ее, сейчас сделаем фото. Подними хвост на меня, вот так, в бок. Да, я вот это. Я держу неправильно. Вот это треска. А треска она одна будет? Да, треска еще нужна. Ну, соответственно, другая рыба, и венек там есть. Ну, наши ребята там ждут команды к бою. Вот наш капитан. Так, Серег, ну что там? Смотри, какая красота. Ну-ка, 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 кто там? О, прям целая связка скумбрий, смотри. Давай-давай, подмотай еще немножко. Пять скумбрий, смотри. Подмотай и переваливай. Че, Серег? Конечно, да. Давай. О! Прям в ящик. Саня, а у Сани две скумбрии. Так. И сразу как виноградная грусть. Ну что, нормально? На жареху, да, немножко? Так, ну что там, Сань? Где? О! Слушай, хороша треска. Да, пока не вверх, не вываживай. Она, видишь, даже... Покушавшись северо-норвежской трески и скумбрии. Прям целая связка. Северную Норвегию, приезжайте. Приезжайте в Северную Норвегию. Вот это я понимаю. Мы уже третий раз здесь. Спасибо, и вот вчера за два дня
несколько штук трески на 8 с лишних килограмм, одна треска на 9500. Скумбрия, замечательная, вкуснейшая рыба, много. Сайду уже не говорю. Горсой Брюги еще замечателен тем, вот это большое здание двухэтажное, второй этаж жилые номера отельного типа, первый этаж ресторан, магазин для аренды, инвентаря и так далее. Чуть левее апартаменты, еще чуть левее более экономичные домики для размещения, так скажем, эконом-вариантом. Блистательно то, что в этом варианте размещения, когда вы размещаетесь в мини-отеле, там всего 4 номера с удобствами, 2 номера без удобств. Пусть вас это не смущает. Удобство есть в коридоре. И весь этот двухэтажный дом для вас как один большой коттедж в Финляндии. Можете ходить по коридорам хоть в тапочках, хоть в трусах, хоть в халатах. Других посетителей там не будет. Хозяева только для вас. В ресторане вам приготовят, будете сидеть одной своей компанией. Ресторан работает только под заказ. Для местных жителей островов, когда они проводят свои свадьбы, дни рождения, юбилей и так далее. В другое время здесь никого. Если вы здесь рыбачитесь, после рыбалки спустились, расположились и чувствуете себя как дома. Хозяева замечательные люди, великолепные собеседники на русском языке, воспитанные так же, как и мы в Советском Союзе. Прекрасно всю ситуацию понимают. Обязательно вы отметите то, что они начитанные, культурно образованные люди, с ними приятно поговорить практически на любую тему, особенно на тему местных норвежских обычаев, традиций, питания, образования и всего-всего остального, что обычно интересует наших российских туристов. Так что приезжайте сюда в Колсой, в свободное от рыбалки время, сходите по горам, проветритесь, прогуляйтесь. Здесь есть интересные места. Остатки еще первобытных людей, но, правда, они минимальные. Остатки немецких дзотов во Второй мировой войне. И всего этого, конечно, немножко. Но для любителей прогулок и найти что-то историчное, я думаю, этого будет достаточно. До встречи в Карлсое!